рублей. Основной день форума – это еще и день больших соглашений. Сегодня между министрами экономического развития России и Абхазии была достигнута договоренность о возобновлении деятельности аэропорта Сухум. Реконструкцией полосы и здания аэровокзала будет заниматься частный инвестор. Это снизит нагрузку на автомобильный пункт пропуска. На первом этапе объем перевозок составит почти 400 тысяч пассажиров в год. В советские годы бывало и больше. Летом в сутки принимали по 5 тысяч человек. Здесь, на берегу Сухумской бухты, когда-то даже садился советский космический корабль «Буран». Но с 1993 года аэропорт закрыт.